На плацу финальные приготовления. Во время строевого смотра проверяют укомплектованность, вещмешках, все необходимое, от ложки до палатки, для того, чтобы бойцы могли выполнить свою задачу в любых природных условиях. Военнослужащие из Самары будут представлять Россию на международных учениях «Нерушимое братство 2016», которые пройдут на одном из полигонов Белоруссии. Миротворческая бригада Центрального военного округа – единственное соединение такого рода в сухопутных войсках. Служат здесь только контрактники, а на вооружении новейшие образцы техники. Учения пройдут по плану международного военного сотрудничества. Участие в них примут военные стран Организации договора о коллективной безопасности. Кроме России, это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Гизия, Таджикистан. Это честь представлять Российскую Федерацию на международных учениях. Мы в любом случае должны выиграть. Мы готовы ко всему. Специально к учениям самарские миротворцы не готовились. Тренировки здесь идут ежедневно. Тактическая огневая подготовка, полосы препятствий, занятия на полигонах. Какие конкретно задачи предстоит выполнять, точно пока не сообщают. Задачи будут поступать на месте. Общение будет интересное с военнослужащими других государств. Обмен опытом. Тематика нерушимого братства миротворческая. Предполагается, что в числе задач будут разъединение условных конфликтующих сторон, создание буферных зон, действия в составе мобильных пропускных пунктов и порядок сопровождения гуманитарных колонн. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События.